ушла из жизни солистка группы Roxette. Мировой успех к дуэту пришел в начале 90-х, когда два уже опытных музыканта порядком подустали от публичного концертного графика, да и друг от друга. Они никогда не были парой. В интересах бизнеса музыканты симулировали между собой химию, но обоим хотелось нормальной семейной жизни, без концертных туров. В 1994-м она вышла замуж за клавишника, а он связал жизнь с турменеджером группы. Они очень серьезно поссорились, когда Мари не пригласила Пэра с девушкой на свою свадьбу. Настолько они не хотели друг друга видеть вне работы. На этом Roxette и закончился. Но остались великолепнейшие песни. Грандиозный успех дуэта, который в чрезвычайно плодотворный в музыкальном плане Швеции, уверенно занял по продажам альбомов и синглов второе место после легендарной Абба. Оба исполнителя также преуспели в сольной карьере, правда только в Швеции. Диагностированная в 2002-м опухоль головного мозга у Мари сильно подорвала ее здоровье, зато она и Пер помирились. Дуэт вернулся на сцену в прежнем звездном составе, но былого успеха уже не достиг. 3 года назад Roxette снова распался из-за болезни певицы. Утром 9 декабря 61-летняя бывшая марксистка и суперзвезда поп-музыки Мари Фредриксон умерла в своем доме в Дьюрсхольмене, к слову, в самом буржуазном пригороде шведской столицы. У нее остались 2 взрослых детей и муж, с которым она прожила 1/4 века, а также миллионы поклонников, у которых песни Roxette сегодня будут воспоминания о том, что в 90-х песни были лучше, горы выше, а любовь искренней. А вы любите группу Roxette? Оставьте свой комментарий. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!